Спортшколе номер 10 День матери отметили по-спортивному. Лучшие коллективы по художественной гимнастике показали самые красочные постановки из своего репертуара. Также для гостей праздника разыграли спектакль артисты театра-студии «Пигмалион» под руководством заслуженного учителя Кубани Александра Репца. В завершении праздничного концерта всех мам поздравила директор спортшколы Нина Филофеева. Она сообщила, что спортивный комплекс по итогам года вошел в топ-100 лучших школ России. И это событие стало не просто подарком к празднику, но и поводом для гордости всей Анапы. Не менее ярким получился праздник и в Доме культуры «Алексеевский», организованный совместно с Центром социального обслуживания населения и библиотекой филиалом номер 4. Там гостей ожидали творческая выставка, теневой спектакль, в котором была отражена вся радость материнства от самого рождения ребенка до отправления его во взрослую жизнь. Свои творческие номера подарили зрителям танцевальные коллективы «Альянс», «Современник», «Виденс», вокальный ансамбль «Звонница». Дети, посещающие кружки Дома культуры «Алексеевский», читали стихотворения для бабушек и мам. Много мам на белом свете, всей душой их любят дети. Только мама есть одна, всех дороже мне она.